Во тьме ночной, при свете дня, злу не укрыться от меня. Те злые мысли, в ком царят, страшитесь света фонаря. Я приветствую вас, дамы и господа, и сегодня хочу поговорить о наборах. Но о наборах не тех, которые конструкторы и так далее, а о наборах девайсов. Я являюсь сторонником экосистем, когда у вас в компьютере и дома девайсы от плюс-минус одного и того же производителя. И это относится, в частности, и к аксессуарам, и гарнитурам, и прочим вот этим всем около ПК-шным. Сегодня же мы поговорим с вами о комплекте аксессуаров от компании HP, линейки Pavilion Gaming. Это кейборд 800, это маус 300 и хедсет 600. Ну и начали мы не зря с клятвы зеленых фонарей. И поговорим мы сразу о Headset 600. Давайте на будущее. Просто наушники 600. Наушники за 600. На самом деле не за 600, дороже. В чем преимущество этих наушников? Лично мне они вообще, в принципе, как это все у меня появилось. Я прихожу в студию, а у меня тут черно-зеленый лагерь. И изначально я подумал, что у меня девайсы немножечко другой компании. То у меня там, знаете, тоже используются черно-зеленые цвета. Но нет, это были HP. И оказывается, у них помимо Omen продукции, да, которая направлена на гейминг, есть еще Pavilion Gaming, такой более доступный в ценовых решениях. И вот наушники, я сразу их беру в руки. Понимаю, что тут, ну, явная направленность игровая. Есть одна особенность. Мы привыкли к тому, что все гарнитуры регулируют свою RGB подсветку. Здесь же она всегда салатовая. Причем в темной комнате это действительно как зеленый фонарь. Ты их надеваешь на уши и освещаешь вокруг себя абсолютно все, вообще все. По конструкционным особенностям, тут из того, что лично я не понимаю, почему так было нельзя сделать, вообще-то это же геймерская гарнитура. Микрофон не убирается. Микрофон несъемный. Он направленный, он регулируется, высота его как угодно, можно ее изменять, он гнется в любую сторону, но он не извлекается. HP, серьезно, геймерская гарнитура в 2019 году, не извлекается микрофон. Ну, пожалуйста, сделайте, пожалуйста, что-нибудь с этим. Дизайн, в принципе, стандартен для устройств подобного жанра и рода. Здесь у нас есть кожзам, который прикасается непосредственно к вашей голове. Сверху у нас есть металлическая рамка, которая поглощает все вот эти вот вибрации. И такой форм-фактор наушников мне нравится гораздо больше, чем когда это одна и та же сплошная конструкция. То есть тебе не нужно регулировать сами наушники, как-то их подстраивать. Ты просто раз, сделал, все красиво, все хорошо. Нужно больше, сделал вот так. Нужно меньше, сделал вот так. Трудностей нет никаких. Причем я сейчас их использую и понимаю, что у них нет никакой шумоизоляции какой-то специальной, да, там ANC и так далее. Но при этом посторонние шумы абсолютно все поглощаются. Потому что здесь просто огроменные, здоровенные вот такие вот чаши, в который можно запихнуть любое ухо, и когда оно сюда попадает, оно чувствует себя очень комфортно. Уши не потеют, что я заметил, и при этом звуки действительно попадают всем сразу в мозг. Регулировка всех функций, которых здесь две, это громкость и микрофон, находится на левой чаше с задней стороны. Здесь качелька громкости и есть кнопка включения и отключения микрофона, куда же без нее. Так как эта гарнитура high-end сегмента, она поддерживает звук 7.1, то есть это полноценная гарнитура для гейминга, чтобы слышать, где ваш враг и так далее. Подключается она к вашему ПК с помощью USB. Дополнительных никаких переходников не нужно, и не нужно ни специально никаких драйверов, никаких приложений не нужно, все работает сразу. Вставил, 2 секунды, поехали, работает. Но снова-таки хотелось бы, конечно же, чтобы оно еще и подсвечивалось разными цветами. Но тут, это я избалованный, понимаете, я хочу, чтобы настраивалось RGB. Но по факту тут какая идет политика? Как мы видим, черный, зеленый. Точно так же и здесь. То есть не стали что-то мудрить, сделали действительно классно, красиво. Вот яркость чуть-чуть бы еще вот, можно было бы регулировать, было бы очень хорошо. Сам корпус наушника выполнен из пластика легковесного, поэтому сама вся конструкция наушника весит от силы, наверное, грамм каких-то 200, они очень-очень легкие. При этом здесь качественные динамические драйверы с поддержкой 7.1. По качеству звука в играх замечательно, все звуки отражаются в ваших ушах так, как нужно. В фильмах хорошо, в музыке, снова-таки, сами понимаете, что музыка вопрос очень скользкий. Мне было нормально, кому-то может не хватать каких-то там средних и так далее. С басами все в порядке, с высокими в порядке. И средние, как обычно, для подобного типа наушников, они немножко провисают. Но это сугубо мое личное мнение, вам вы не обязательно с ним должны считаться. Второй девайс, который мы рассмотрим, это маус 300, мышка за 300.
На самом деле не за 300, а чуть-чуть дороже. В чем ее особенность? Она абсолютно симметрична. То есть, если вы правша, если вы левша, для вас абсолютно один и тот же набор функций. Часто бывает такое, что в мышках геймерских там, и офисных есть дополнительные клавиши, но они только с одной стороны. И если ты правша, то тебе удобно, если ты левша, то тебя ущемляют. Компания HP не из таких, она делает абсолютно все симметрично. То есть, у нас здесь есть 8 клавиш, ну, 2 основных, само собой, и третья клавиша — это колесико, у которого такой очень приятный ход, очень, очень приятный щелчок. И по 2 дополнительные клавиши на каждой из сторон. Здесь 2 и здесь 2. Ну и кнопочка переключения DPI. Эта мышь поддерживает 5000 DPI. То есть сенсор у него просто огроменный. И вот эта вот клавиша позволяет переключаться между 4 режимами. Быстрее, если у вас 4K монитор, и медленнее, если вы играете там какие-нибудь шутеры и так далее. Каждый уже сам под себя настраивает. Тут, и когда я уже начал знакомиться с этими девайсами, я очень долго искал приложение, которое позволит мне настроить как-то это все, какие-то моменты. Но логика компании HP такова, что ты должен иметь возможность настраивать все без всяких приложений. То есть сразу на мыши, допустим, можно поменять ее цвет. Для того, чтобы изменить цвет подсветки мыши, вам нужно нажать на 2 клавиши, вот эти вот одновременно, и у вас начинает меняться цвет. Магия. Поставим, пускай будет красное, то у нас так все зеленое. Мышь относится к категории Вы видите эту красоту? Она здесь подсвечивается. То есть она светится в районе колесика, в районе этих радиаторов агрессивных спереди и в районе логотипа HP. Красота, красота. Мышь относится к категории больших. Вот для меня, я уже как-то рассказывал, для меня это очень большая проблема, потому что мыши, как правило, они, если геймерские, то вот такие, да, то, что мне удобно, но при этом все агрессивные такие и так далее. Это же, в принципе, можно использовать как обычное домашнее решение, для офисного решения. Само собой, кабель, он длиной 1,8 метра, но он салатовый. Сами понимаете, что салатовый кабель в офисе. Возможно, кто-то не поймет, но пускай идут далеко, надолго, вы сами себе решайте, с каким кабелем вы ходите. Даешь равенство кабелей во всем мире. Мышь сама по себе сделана, естественно, из пластика, очень с таким приятным матовым покрытием, которое, кстати, не собирает отпечатки. Я вот пропользовался, вот только что пальцами водил, а ничего не собирается. И самое главное, она не дрожит и не тряхтит, и не трусится, а все тихонечко, она очень хорошо собрана. Это меня просто очень сильно бесит, когда мышки все вот так вот просто ходуном ходят. Здесь же с таким вообще проблем никаких нет. Мышь просто, ну, сделана на ура. Но какой же геймер будет пользоваться мышкой просто по столу? Я тут еще нашел кое-что, у меня есть. Не только маус 300, но у меня есть еще вот такой вот мауспад 300. Или мауспад. Мауспад. Вы сейчас же сразу принесете мне комментарии по поводу того, что я неправильно что-то произношу. Мауспад 300, у которого инструкция больше, чем у ноутбука вот этого. Вот такой вот коврик. Давайте будем делать обзоры на коврики. Коврик очень приятной текстуры. На нем очень приятно будет ездить мышкой. Она будет очень аккуратно по ней двигаться. И ты будешь зарабатывать новые и новые достижения в своих самых любимых играх. Даже если у тебя огромная рука, то ты можешь положить ее практически всю прямо сюда на ковер. В общем, коврик на самом деле огроменный, он здоровый, он с логотипом HP. И даже моя здоровенная рука здесь действительно помещается. То есть ты располагаешь ее на столе вот так вот, даже до локтя. Вот такой здоровый, до локтя прям вот так вот. Кладешь на стол и прям на коврик вот здесь пользуешься. И последний девайс из вот этих вот всех, которые у меня здесь есть, это Keyboard 800, она же клавиатура 800. В чем основная идея? Механическая клавиатура. Механика очень ценится многими геймерами, хотя я лично не понимаю почему. Ну, я не говорю, что механика плохая, просто я не понимаю, почему на нее хайп такой. Я, конечно, я не такой ПК-геймер великий, но здесь у нас с вами механические свечи, которые выдерживают 50 миллионов нажатий. И как для механической клавиатуры она звучит крайне тихо. Вот, допустим, сейчас мы послушаем, как она звучит. Для механической клавиатуры это хорошо. А в чем еще основная идея? Тут точно так же, как и в мышке, как и во всех вот этих девайсах HP. Здесь для настройки RGB подсветки, которая, как мы видим, светится абсолютно вся, вам не нужно чего-то дополнительного. У вас есть клавиша FN, есть клавиша настройки, и вы вот так вот переключаете режимы. У вас может вот такая быть подсветка, у вас может быть вот такая подсветка, какая угодно. Несколько зон на всей клавиатуре будет подсвечиваться вам вот такими красивыми переливами, либо же просто вот так. Ставь лайк, если любишь RGB. И если мы все-таки поставим на какой-то... Есть люди вообще, существуют, которые вот пользуются клавиатурой вот так?
Вот они приходят домой, у них вот так вот клавиатура работает. Мне просто чисто интересно. Обычный режим включаем. Также с помощью этой клавиши настройки мы можем сделать ее яркость меньше или больше. Вот, ну и регулировать интенсивность того или иного вида подсветки тоже можем в таком вот режиме. Ну и само собой, как на любой геймерской клавиатуре, у нее здесь клавиши есть для макросов, есть три быстрых, есть вот здесь еще две. И клавиатура, снова-таки, как для механической, не тяжелая, она выполнена из пластика. И есть вот такая вот у нее еще подставка, она сразу отдельно идет. Вы ее цепляете, и вашим рукам гораздо удобнее. То есть вы, если пользуетесь клавиатурой, ах, какой звук, да? Когда вы пользуетесь клавиатурой, ваши ладони не висят, и вот здесь вот у вас нет скольжения, у вас здесь есть даже маленькая такая перфорация, чтобы ваши руки потненькие не запачкивали клавиатуру. И вообще в целом она, ну, не пачкается. Вот что клавиатура, что мышка, что гарнитура, она понимает настоящих геймеров, да, что у них с руками происходит, что они едят за столом, вот, ну и все остальное. Отсоединяется эта штука очень страшно. Когда я прицепил, как-то случайно у меня так получилось, потом пытался отсоединить, отсоединяется она... Такое ощущение, что сломалось, но нет, это нормально. После чего можно взять ее так приложить и просто вот эти штуковинки туда защелкнуть. Или уже вот так вот защелкивается, и все работает, все хорошо. В чем еще интересности этой клавиатуры? У нас здесь очень-очень-очень длинный кабель. Вот такой вот длиннющий. Я не буду его разворачивать, потому что кабелей так очень много. И он очень толстый. То есть тут вообще бояться за него не стоит. И у нас есть два выхода. Один из них это USB, как ни странно, который вы подключаете в... Эх, сейчас бы клавиатуру с PS2 выходом сделать. Подключаете в USB и есть выход под... Точнее, такой переходник. Может быть просто на 3.5, либо же на выход 3.5 под микрофон и под наушники. И потом это все дело у вас красиво дублируется вот здесь вот, справа от вашей клавиатуры. То есть вы наушники не в компьютер сам вставляете, не в ноутбук, а сразу клавиатуру щелк и понеслась, поехала. Даже если у вас какая-нибудь гарнитура от смартфона, коротенькая, все будет удобно. В целом, вызывает она приятные ощущения, она действительно надежная, то есть HP постарались сделать клавиатуру выносливой, понимая своего потенциального покупателя, да, кто будет выбирать эти устройства. Но, я честно, очень долго, когда я видел этот черно-зеленый цвет, да, мы знаем, что черно-зеленый, как правило, очень сильно влияет на стоимость, этот черно-зеленый цвет стоит доступных денег. Очень доступных. Я оставлю ссылочки обязательно в описании, вы сами сможете посмотреть на это все, то, что у нас есть. Возможно, чего-то у нас еще нет, но оно обязательно появится. И, ну, прям такой набор прям купить не стыдно. И вот эту мышь я вообще прям, ну, наверное, себе приобрету, потому что она стоит доступно, она удобная, большая, приятная, тактильная. И гарнитура тоже очень классная, если вы ПК-геймер и подключаете гарнитуру по USB к вашему ПК. Ставьте лайк этому ролику, если вам понравились все вот эти вот девайсы. Мы, возможно, еще какие-нибудь соберем. Про ноутбук этот расскажем. Оказывается, у HP из игровых ноутбуков есть не только Omen, а еще вот такая вот штуковина. Пишите комментарии, что вы об этом всем думаете. Ну и, конечно же, до новых встреч!